Всем привет, люди, с вами я, военный. Что пошло не так? Мы продолжаем играть в Wolfenstein. Я убил всех обер-офицеров, ребята. Вы скажете, я сошел с ума. Я 3 часа играл, чтобы их убить. Я не стал записывать, потому что более нудного занятия. Окей, было немножко весело, ребята. Я буду рад, если вы поставите палец вверх, потому что я хочу выбить настоящую концовку. Так как, ребята, игра не закончилась, понимаете? Игра не кончилась. То, что было до этого, это хорошо. Это фальш-концовка, то есть, в принципе, довольно логичная катсцена. То есть, черт возьми, мы победили. Игра могла на этом закончиться. Но ребята, которые разрабатывают игру, пошли дальше и сказали: нет, мы пойдем дальше, мы сделаем больше. После того, как я убил всех офицеров, открылась миссия, ребята. Миссия, за которую... Я буду рад, если мы наберем 300 лайков на этом ролике. Просто я взорвусь от счастья, ребята. Серьезно, это будет круто. Тут долбится в мою дверь. Да. Открылась Риверсайд. Находится рядом с Манхэттеном. Это новое место. Я нафармил еще 8 кодов Энигмы, чтобы сюда попасть. И окей. По-моему, я на Риверсайде воевал. Может, не воевал. В любом случае, отправляемся туда. Это задание от... Его раньше не было. Но открылось только после того, как я гребаных 15 офицеров завалил. Было жестко. Очень много времени у солдатца на поисках кода Энигмы. Очень долго они ищутся. Ладно, за дело. Пэжа Блосковиц. Кстати, если вы здесь впервые, там, подписывайтесь. Колокольчик, кстати. Сегодня нас ждет еще и Minecraft Story моды, Need for Speed, так что куча всего. Вообще, счастье, полные трусы. У меня трусы всегда полные, но вот с счастьем не всегда. Господи, кто долбится в мою дверь? Окей, я думаю, я пойду. Я прицел, кстати, поставил на пуху. Похоже на... Что-то, а фонарик не выключается? Нет? Похоже на... И никаких комментариев... Ух ты, твою мать. И никаких комментариев от... Вот нашей темнокожей подруги нет. То есть просто вот я попал в это подземелье. Окей. Опа. А выбить нельзя дверь? Черт возьми, это... Кто не поймет. То ли сопротивление, то ли... Фашисты. И не разумею. И так темно, блин. Как будто я в хоррор играю. Так темно, твою мать. Кстати, нашел и сужающий корсет, и таранющие наплечники, так что у меня полный набор, ребят. У меня полный... Ох. Давайте поэкспериментируем. Опа! Сы как могу. Ха, вы ждали это от меня, а? Ты ждал это от меня, засранец? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Сейчас, ребят, пока они стреляют по мне, мне нужно сменить оружие на дрободум. Что-то это прям дум какой-то, вообще ни хрена не видно. Темно в подвале, какие-то робозоиды на меня прут, я вообще офигеваю сейчас. Что могло пойти не так, ребят? Почему все вечно идет не так? Что пошло? Немножко бронечки, не помешает. Все чисто, да вроде. Ну так, на первый взгляд никого. Сейчас посмотрим, наверняка они прячутся там где-нибудь. Зачем мне вот эта стрела-то нужна, я не знаю. У меня огнемета отродясь не было в этой игре. Зачем мне нужна эта заправочная станция, я не понимаю в данный момент. Вообще, куда мне идти? Ну куда идти хоть помечено? Вот если нажать на кнопку, вот куда-то туда, 50 метров. Дико далеко, ну ладно, попробуем обойти тут-то. Может, других опять какой-то труп, то есть, я не знаю, похоже на трупы сопротивления, потому что они какие-то не похожие на фашистов. Окей. Может, мне другое оружие взять? Для дробовика патронов мало. Да не, буду ходить дальше с этой винтовкой. Это из всего, что есть, это... Тихо. Включить стелс-режим. У меня нет топориков, чтобы заобнить эту тварь иначе, поэтому придется действовать вот так. Интересно, а с дробовика можно сейчас сделать по стелсу? О, можно! Не понял. Твою мать, он взорвался. Просто игра даже провисла на секунду, и ты такой, что? Окей, о, твою мать, о, там здоровяк какой-то прет. Ну ничего, у меня все схвачено. I got it. Твою мать. Я, кстати, посмотрел трудности перевода. По... Ночью прям смотрел, сидел и смотрел. По Хомофронту, который год назад выходил. Какой он новый, конечно. Очень жду. Трудности перевода по Evil Визину, по новой колде. Очень-очень жду. Очень хочется увидеть трудности перевода. Я уверен, что что-то тут наверняка что-нибудь да найдется, к чему придраться. Очень жду. Вот прям вожделею, желание испытываю сексуально посмотреть. Пожалуйста, скорее. Трудности перевода для Жени.
Наверное, это единственное на ютубе, что я писал за недавнее время. Ну, еще было про вот эти айфоны новые, 10-е. Я, кстати, удивлен, что очередь была за айфонами только в один магаз. По сути, по большому счету. А в остальные довольно спокойно можно было прийти, забрать свой айфонище и уйти. И, в принципе, сейчас версию на 64 гига можно, ну, вполне себе спокойно купить. Дорого, конечно, но можно. Понимаете, лучше дорого, чем никак, на самом-то деле. Окей, а может я сюда могу куда-то влезть? А, ей, дайте корсет вам покажу, как работает. Смотрите. Вот ты берешь и просто здесь проходишь. Причем все на автомате работает. Прикол же в том, что это все автоматическая система. Как... Ха! Быстрое убийство. А вот собакирана так просто не заовнить. Ой-ой-ой-ой. Собаська, уйди. Ты че, совсем борзая, а? Фашистская роботизированная техника. Окей, нам еще тащиться сколько? 109 метров, окей. Самое странное подземелье. Вот мы здесь точно не были. Это прям секретная локация какая-то. Бонусный коровий уровень, ребята. Просто коровий уровень. Помните, как они говорили в этом Watch Dogs 2? Коровий уровень. Надеюсь... Кстати, было бы прикольно, если в следующем году, например, вышел Watch Dogs 3. Вот, скажем, в этом Ассасин, в следующем году Watch Dogs 3. Мне кажется, это была бы идеальная просто комбинация. То есть, чередовать франшизы. Еще вот третью бы франшизу было неплохо сделать. Например, представьте, вот у нас выходит три франшизы там. Например, в прошлом году был Watch Dogs. В этом году... Ой-ой-ой, давайте по стелсу пойдем. Например, в прошлом году у нас был Watch Dogs. В этом году Ассасин. В следующем году выходит какая-нибудь игра X. Потом Watch Dogs, потом снова Ассасин. Мне кажется, такое комбо было бы просто идеально. А вы что думаете про это, ребят? Получалось бы, что вот, действительно у разработчиков будет достаточно времени, чтобы выпускать игру. И уже есть слухи, что следующий Assassin's Creed будет в Японии, в Напон. В стране кошечек и восходящего солнышка. Будет следующий Assassin's Creed, уже есть слухи. Ну, это только слухи. Ну, вы знаете, все эти слухи про Японию давно говорили, так что я чувствую феодальной Японии быть. Кто-то, наверное, думает, а как они ассасинов запихают, ассасинище феодал... Твою-то мать, я сдох! Феодальную Японию, ну, черт возьми, это как будто особо думать надо, как запихивать. Ай-яй-яй, я помер. Просто стараюсь двигаться по стелсу. Пал! Окей, ребят, 68 метров. Сможем ли мы это пережить? Возможно ли пережить это в принципе? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-ой-ой-ой-ой-ой! Вот взрывы с собакой, кстати, дико донимают. Вот взрывающиеся собаки — это просто бич всего игрового процесса, потому что ты здесь лазишь, и собака взрывается, и туби все, туби пизда, и все, ты помер. Ладно, осталось 36 метров, ребят, не жалуемся, 36 метров. Я думаю, любой дурак сможет пересечь. Ныряем! И просто уходим. Просто... Ой-ой-ой-ой! Уходим. Ой-ой-ой, твои люди-роботы! Твою мать! 19 хп. О, ребята, это как не кстати! Фу-ху-ху. Ладно, на скорость не получилось. Попробуем заново. Результат продвигается. Даже быстрое сохранение произошло. Еще один. Ну-ка, иди сюда, засранец мелкий. У меня хоть бронька на максимуме. Хоть что-то хорошо в этой жизни. Твою мать, роботы, твою мать, винтовка, твою мать. Кстати, я рад, что я ей прицел поставил. Ее выстрелишь, стали что ли более убойными после этого? 44 метра. Сможем ли мы их преодолеть? Если не будет собак, знаете, что я скажу? Не будет собак, сможем. Пишу какую-то сзади собака, блин. Что-то я слышу собаку. Давайте брошу гранат на всякий случай. Хоть кого-то я убил? Вроде нет. Плохо. Ой-ой-ой-ой, все еще хуже, чем я думал. Ребят, просто умирайте. Все нормально, вы можете просто умереть. Робот там живой, 100% остался, я уверен. Мне кажется, он жив. Ой-ой-ой, вас много, блин, так... Да-да-да-да-да, все, умирай, засранец. Но осталось спуститься, но врагов, блин, больше, чем, не знаю, чем задница чьей-нибудь собаки. Твою мать, врагов больше, чем задница чьей-то собаки. Все, ребят, давайте... О, шок-хаммер, наконец-то патроны под него. Ну все,
Все, ребята, вам пиздец. У меня шокхаммер в руках. Кому очередь из дробовика прописать, а? В лечебных целях. Так, окей, мне кажется, да. Мне кажется, здесь. Шички, ну нормально. Почему так темно, кстати? Что за в бункере, что свет не оплачивают? Наверное, свет перестали оплачивать. И очень странно, никаких подсказок, ничего, ни слова. Просто я вот в этом бункере, чё, тут еще куча оружия, аптечка. Ой, чувствую я, впереди нас ждет босяра злой какой-нибудь. Генерал просто Оптимус Прайм. Как вы думаете, что впереди будет? Что вот сейчас может пойти не так? Может, там босс будет сам Гитлер? Так, 20-30 метров всего лишь. Чёрт, статуя свободы покосившаяся. Постой, это он? Я, наверное, возьму вот это и просто завалю его. Окей, генерал есть, ликвидирован. Осталось завалить вот этого засранца, вот этого кефалома. И все пойдет как надо. По-моему, я помню на... По-моему, примерно такой же Зоя Засайц был на корабле. На усмерцере. Тоже так же злобно фигарил своих пух. И тоже был неубиваем. Видимо, надо было отстрелить ему две защитные шплахи там наверху. Твою мать, вот он взорвался. Вот жесткий. Вот же жесткий говнарь. Ну что же, финальный генерал. Жуткий Билли. Ух ты, медаль. Я боюсь смотреть достижения. У меня в прошлый раз игра так умерла. Окей, ребят, это был последний. Возвращаемся домойки. Посмотрим, к чему привело мое действие. По полной программе. Мне дали еще достижения. А смысл? Ну, игрушки для Макса еще надо найти. Но я не хочу. Я смысл. Ух ты. Да, ух ты. Теперь нацистам придется не сладко. Окей, по-моему... Да, если я, кстати, врубаю... Нет, если я начинаю искать задания, их здесь нет. Я нажимаю на G. Ох ты. Что-то есть. Капитан, ты мне поможешь, перкели сатана? Китос, капитан Бласковец. Стой на платформе. Окей, убрать препятствия, мешающие попасть на склад. Окей. Еще там задание имеется. Давайте посмотрим. Просто надеюсь, мне не придется реально собирать игрушки для Макса. Где концовка? У игры должна быть концовка. Где она? Грейс попросила навести порядок на складе у шахты. Хорошо, сейчас пойду. После атаки Аусмерцера там жуткий бардак. Но все видом проходы завалены мусором. Я даже войти туда не могу. Окей. Пойдем, расчистишь для меня проходы. Не хочу подвести Грейс. Какие проходы тебе расчистить? Я умею чистить проходы. Я знаю, что силовые изгобы придают тебе больше сису. Больше сису? Как пробиться через завалы? Сису? Ща, да, ща приду, подожди. Куда идти-то? Где пробивать? Где, что, где чистить трубы? Сису? Где твои сису трубы чистить? Ничего, подводную лодку подвинуть? Да вроде нет. Наверное, туда, ребят, нам, наверное, нужно... Водичка, кстати, как голубая, просто огонь. Это морская, что ли? Окей, открыл. Мои силовые сколы пришлись как нельзя, кстати. Все, я даже дверь открыл. Дверь надо было открывать? Не знаю, неважно, я открыл, тем не менее. А если я просто буду таранить вот эти ящики? Ох ты! Их можно. Опа! Вот это я просто Сильвестр Сталлоне. Я не копию, я тут Бласковец, какая я сиса. Меня сисой обзывают, господи, до чего я докатился. Ладно. Бум, все, ящик, все, я справился. 10 из 10. Эй, хана, капитан Бласковец. Кому хана? Тебе сейчас хана будет. Теперь мне осталось придумать, как навести тут порядок. Спасибо. Спасибо тебе за помощь, капитан. Кстати, она говорит на финском. Грейс разрешит мне организовать тут саун. Я разрешаю, мне нужна саун. После тяжелого рабочего дня можем. Я пойду, она же из Финляндии, они все там на саунах помешаны. Ладно. Сауна со сауна. Что, кубики, капитан, здоровья. Размышляешь, зачем ты бесцельно носишься туда-сюда? Да. Именно насчет этого, кстати, сидел просто, вот голову ломал. Нахрена я это? Вот сидел просто. Ладно. Для силовых скоб улучшения? Так, окей. А как это? Железные легкие. Позволяют дольше находиться в сжатом виде. Восстановление брони. А, окей. Вот он как работает.
У меня избыток здоровья, теперь сохраняется механик, но вот только вот это я не получил. Увидев врага, враги... увидев игрока, враги замирают в ужасе. Класс. Железные легкие. Ну, это тоже хорошо. Нет, это все отлично. Давайте наверх пойдем. То есть, все. А где концовка игры? Я что, не заслужил? Я что, плохо играл? По-моему, я нормально играл. Задание выполнить. Я молодец. Осталось еще одно где-то там. Ну и, блин, игрушки для Макса. Это, конечно, такая боль, если их реально надо искать. Походу, это реально надо. Как же я не хочу, ребята. Можно как-то пропустить это задание? Просто мне не хочется читерить, но с другой стороны, понимаете, бегать по всем локациям, играть игрушки для Макса. Это... Я правильно понимаю, да? Это вы хотите мне сказать, что Максу просто необходимы игрушки, да? Постой, тут здесь еще что-то есть. Может быть, игрушки для Макса искать не обязательно. А что здесь? У кого проблемы вот там? О, господи, не надо так на кроху-то давить. Что пошло капитан, не так, кто у тебя задание? Нужна твоя помощь в одном деле. Надеюсь, щекотливым. Сэр, мы опечатали секцию 66G из-за утечки газа сразу, как только захватили эту подлодку. Теперь там что-то гниет, и нам нужно провести там уборку. У нас уже куча мух из-за этого расплодилась. Ай-яй-яй-яй. У тебя есть классный сжимающий корсет, и я подумал, что ты мог бы пролезть в секцию 66G через вентиляционную шахту и перекрыть газ. А я потом сказали. Отправлю туда бригаду уборщиков. Вот, позволь открыть для тебя этот люк. Ой, уфу! Твою мать, мухи, чувак. Не забывай про утечку газа. Не вздумай там стрелять. Окей, ну все, стрелять не буду. Ой-ой, тут вы видели, там собака. А тут нельзя это, ходули использовать, ходули нельзя, ну ладно. Придется вот так. Я просто адово сжало, посмотрите, а как червяк какой-то просто выхожу оттуда, это нереально. Можно, кстати, метать топоры и драться. Это хорошо. Есть этим собаку, я смогу ее хоть так убить. Вроде все чисто, да? Но где-то здесь мы видели собаку, ребята. Песика. Песу. Я чувствую, что суть этих заданий раскрывается в том, что я нашел на допах, на убийстве капитанов я нашел сжимающий корсет вот, и еще вот силовую эту штуку. И теперь мне дали вот это задание, что типа, Евген, давай лазить там по канализации и может так быть, далее. Может быть, я скажу еще разок в тир пострелять? Не, нахрен надо. Черт, это просто так странно, что эти задания открылись именно ко мне, выдалось, ну, скажем так, нужное снаряжение. Постой, что... Пал. Нет собаки. Куда мы сейчас пробираемся? По-моему, я еще дальше, блин, от вот этой напасти пробираю. Ладно. Если тут была собака, значит, меня тут не было. Пойдем там. Не будем выдумывать ничего нового. Просто пойдем туда, куда глядят глаза. Хорошо? Хорошо. Пожалуйста, не говорите мне, что игрушки для Макса тоже придется добывать. Ай-яй-яй-яй. Так не хочу. Так не хочу. Вы просто не знаете, как я этого не хочу. Как я хочу избежать этой участи. Твою мать! Твою мать, убей! Все, нормально. Топорик можно спасти? Как же повезло, что эти засранцы многоразовые. Окей. Окей, тут тупик, да? Не тупик. Господи, сколько уже километров я труп прошел? Или это испытание на прочность психики? Типа только сильнейший сможет пройти столько труп. И остаться в живых. Ой, твою мать! Ай-яй-яй, собакирен! Ай-яй, какая собака за их? Две! Их было две! Это ж нечестно! Две собаки, блин, по цене одной. Ну, твою мать, ну как так-то? Опаньки. Опань. Кстати, я вижу почти себя всего. Ну, нормально, да? Вроде нормально. Значит, идти, давай, вылезай отсюда. Господи, что у меня все руки в крови? А, это я об собаку измазался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, собаки! Ой-ой-ой, твою мать, собаки. Что пошло не так? И где выход? А, выход тут, точно, чё я задумался. Выход здесь.
Посмотрим, что у нас здесь. Выход здесь, это как Леся здесь. Ну, знаете, телеканал «Пятница». Слава небесам, ты жив, капитан. Да, я услышал жуткие звуки и подумал, что стряслась беда. Не, собачки. Я непременно скажу уборщикам, что газ теперь выключен. Это песики были. Собаки там баловались, играли. Нормально. Тогда. Все, я задание выполнил. Я молодец теперь. Че, осталось? Полный комплект. Выполнил все допы. Окей, теперь у меня железные легкие. Позволяет дольше находиться в сжатом, тесном корсе. Да, нормально. Ну и что теперь? Я теперь-то, я могу считаться великим выполнителем всех заданий? Или я до сих пор недостаточно хорош? А ничего нового на карте случайно не образовалось? Тут мне просто интересно. Ничего нового. Как видите, у меня здесь все зачищено. То есть здесь все зачищено, риверсайд. То, что появился, все зачищено. Максимально. Может быть, я чего-то не знаю, может, я не все зачистил. Хорошо, ребята, я думаю, на данный момент мы закончили. И всем спасибо за просмотр. С вами был Евген. Думаю, в следующей серии мы уже сможем просто выбить вот это все до конца и найти игрушки и получить настоящую концовку игры. Всем спасибо за просмотр, ребята, и до следующей серии. Всем пока.